Всем привет, с вами Александр Навасов. Сегодня мы проходим шериф номер 5. У нас есть Hard Expert, ничем они не отличаются. И подпишитесь на канал, поставьте лайк, ну я начинаю. Здесь медлить нельзя, берем оружку. Сразу берем пистолетик отсюда. Но вот здесь оружие особо не надо. Там, по-моему, кто-то меня заметил или нет? Так, здесь у нас стоит вообще... Ничего не понимает. Человек. Автомат берем. Но здесь оружие не надо. Вот здесь вот есть аптечка. Берем аптечку. Того у нас две аптечки. Если вы на харде проходите, и будет одна аптечка, если на эксперте. Едет машина. Где-то есть машина, но я не понимаю где. Едет, едет, вот она проехала. Вот она проехала. Давайте так, осторожно. Вот машина приехала. Чинить что ли этот аванпост? Может сигнал какой-то пришел? Такого... Что-то не так, идем. Не должно быть такого быть. Берем челика, бросаем его сюда. Кто решил в прятки поиграть? Так, ну в принципе, так, ладно. Отключаем его. Лучше не ломать, это лишнее. Давай, брат. Давай его, тоже отмечу, чтобы знать, куда он ходит. Забрался на крышу. Это конечно, так себе, потому что надо ждать, пока он слезет. Стрелять здесь нельзя. Потому что надо добраться до следующего аванпоста. Он находится вот там вот. За этим домом. Один здесь стоит. Он, наверное, того не запалит. Но здесь хотя бы... Хотя они рандомные... Опять на крышу залез. Они рандомные. Они ходят по своим точкам каким-то. По рандомным. Поэтому здесь сложно понять, куда они пойдут. Так, еще один на крышу. Давай на крыше. Вообще такого... Такое редко бывает, но... Все же они оба на крыше. Ладно, окей. Ждем, пока они там. Меня лучше не злить. Так, один сюда вышел. Что-то он там хочет. Так, они прошли. Я так понимаю, здесь никого нету. Вообще что-то никого. Можно в доме спрятаться. Но я не буду. Так, я думаю, здесь меня никто не обойдет. А может обойти. Представляете, может кто-то обойти меня. Надеюсь, меня никто не спалил. Так, все, бросаем его. Он нам не нужен. Либо мне показалось, либо за мной кто-то следит. Там этот. Все, минус 2. Там один стоит. Здесь у нас кто? Пулеметчик. Пулеметчик, я не знаю, как снять. Так, там еще один какой-то ходит, челик. Вот его я не знаю, как снять, вот честно. Один еще на крыше стоит. Здесь реально сложно. Один он передвигается там. Кто меня палит там? Оттуда. А, вот, понятно, снайпер. Палит снайпер меня, палит пулеметчик, палит этот. Так, и разбитое окно. В принципе, в разбитое окно можно залезть. Но я такого делать не буду. Потому что это... Лучше так не делать. Здесь у меня с оружием, я брал оружие сегодня. Вон там стоит еще один челик. Но я его отметить не могу почему-то. Слишком далеко, видать. Стоит он. Не, не я получается. Достоин, я умен, меня все боятся. Можно, в принципе, обойти его, да?
Никто нас не спалил, офигеть. Прикольно. Реально прикольно. Все, отметил я его. Обычный такой. Палят меня. Меня оттуда палят. Так делать не буду. Сейчас он куда-нибудь обойдет, наверное. Или куда он пойдет? Так. О, блин, ну а еще есть. Так, тут у нас тоже. Ой, блин. Переносим его сразу. Блин. Он нас не спалил, лол. Не успел. Я крышу не прочекал просто. Сори, ребят. Стоит на крыше еще один солдат. Понятно. Уже троих завалил. Вообще больше не должно быть. Обычно. Да, я готов. Столько нет уже. Он готов. Хорошо, что он готов. Здесь где-нибудь постою. Пока он там готовится к чему-то. И тоже его. Давайте отправим. Его друзьям. Уже четверых завалил. Уже четыре не могут эту штуку. Так, здесь вон есть еще один солдат. Здесь тоже надо думать. Он стоит там на территории забора. Здесь будет посложнее пройти. Угу. Здесь здание не такое непроходимое. Получается, надо другой какой-то путь придумывать, чтобы пройти. В принципе, можно попробовать обойти с другой стороны. Попробовать. Ну, там тоже, я не знаю. Может получится, может быть нет. Но главное, эту штуку я отключил. Первую. Сюда даже если кто-то придет, здесь никого нету. Никто меня не спалит. Спалить может только этот челик, который стоит. Это куда-то пошел туда? Нет, 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 стой, 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 не пали меня. Серьезно, он пошел туда что-то чекать? Да. Огнеметчик. Огнеметчик, это огнеметчик. Здесь все сложно будет. Так, в этом домике тоже ничего нету такого. У нас есть солдат с той стороны. И он запалил. Видимо, или нет. Не знаю. Походу запалил он. Там меня тоже сейчас запалят. Это, значит, надо по новой обходить. Я не знаю, что делать. Это рандом, ребят. Вон он обошел. Отмеченный наш. А это все стоит в эту сторону, смотрит. Я его никак не сниму. Тоже опасно снимать его. И оттуда я не пройду. Черт, 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 нет, 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 нет. Стой, все, тихо, тихо, тихо. Тихо. Пока все нормально пока что. Там у нас проблема, там у нас этот челик. Тут у нас проблема солдат. Да, достаточно-таки сложно. Особенно, когда солдат меня палит. Там
Мы его сейчас обойдем. Он какой-то тупой оказался, он даже никому не сказал, что тут кто-то валяется. Он ничего не сказал, он просто обошел все здания и пошел по своим делам. Так, тут у нас один. Все. Так, здесь там огнеметчик у нас палит нас. А здесь у нас этот человек. А, он стоит прямо на меня, чекает меня. Это вот, конечно, некрасиво получится, блин. Или он нас чекает, нет? Он прям смотрит на ту сторону, нет. Надо, чтобы он отвлекся на что-то. Тут отвлекаться не на чего, потому что здесь он может аванпост включить, просто будет тогда жестко. Здесь у нас что есть? Ничего? Ничего нету. Ой-ой-ой. Там у нас челик нас палит. Жестко прям. Притом жестко палит нас. Можно, в принципе, как-то попробовать. Вот там у нас он ходит, какой-то челик. А этот? Нет, звуки не работают. Там двое. Повернулся он куда-то, в другую сторону начал смотреть. Надо за домик прятаться быстрее. Чем быстрее, тем лучше. Так, все. Мы за домиком. Нас никто тут не спалит. Так, тот чекает того. Тут мы уже никак не справимся. Тут, если только он пройдет в эту сторону. А в эту сторону, наверное, не пойдет. Так, у нас есть этот, который хорошо-таки идет к нам. Прям отлично он идет к нам. Военные. По-хорошему было бы лучше, если бы мы сюда их всех перетянули. Но я думаю, перетягивать я не буду, потому что он нас запалит. Так что нет, не в этот раз палить я его не буду. Нет. Так. Но он, наверное, пройдет сюда, надеюсь. Тут как бы не по времени, так что можно долго ждать, ожидать момента. Нам главное пройти один на окне, ой, не на окне, на этом, на крыше. Один пытается, о, он уже начал палить меня, значит он близко, сейчас он подойдет сюда, я его тоже сейчас убью. Главное, чтобы он проходил дальше. Так, снайпер любит крышу, снайпер на крыше, а это все ближе и ближе подходит ко мне, лол. Вау. Меня лучше не злить. Так, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ты меня не. Блин, ты меня не пали, ты меня не пали. Ты меня лучше не пали. Скинул я ее, ладно. Фух, достаточно таки сложно, но тут именно на реакцию надо думать. В принципе, можно слить того, кто пошел к тому дому. Можно, в принципе. Он сейчас зайдет за дом, и мы его шлепнем, наверное. Попробую. Главное, чтобы нас не спалили. Так, он идет, идет. Сейчас он остановится. Я вот тут. Я его уже жду. Меня палит, палит, меня палит. А кто меня палит? Вижу его там. Блин. Мне с тобой скучно. Амин, отойди. Ищите всех. Я прикрою. Начали постепенно что-то взрывать даже, блин. Двое стоят. Все.
Так, что-то они стоят, вообще не идут. Может, мы никого послали, может, кого-то. Идут, идут. Какой же дыре ты прячешься? Они идут. Не, ну я уже никак не обойду. Они запалили, но они никому не сказали, они сами стали что-то высматривать, но они меня не запалили. Их двое там, оказывается. Можно попробовать завести машину, тогда, может, они отвлекутся на машину. Хотя они и так туда смотрят. В принципе, пробежать-то можно. Думаю, не запалят. Если успею пробежать, успел. Так, там у нас снайпер. Рандомный. Так, этот у нас челик ушел. Блин. А где дверь? Ё-моё, а где я? Второй этаж, ладно, пойду на второй этаж. На втором этаже должно быть... А, вот! У нас и броня есть, и все есть. Классно, все, найс. У нас хоть что-то теперь появилось. Ой-ой-ой, он прям сюда что ли идет? Нет. Он именно по первому тоже уходит, что-то у нас. Он сейчас выйдет обратно, что ли? Он вышел обратно. Там мы его, наверное, не схватим. Пока он стоит там, мы его не будем хватать. Потому что его спалят. Так, нас запалили те, те, которые стоят там. Челики. В принципе, мы добрались уже до огнеметчика. Огнеметчика мы сольем, когда он к нам подойдет. Как можно ближе. Надо выгадать момент, когда он будет обходить. И мы его убьем. Но главное, те ничего не сказали остальным. Не сказали пулеметчику, чтобы чекал, чтобы тревогу нажимал. Все нормально, в принципе. Главное, чтобы тревога не была. Ждем, пока он пройдет. Он же пройдет, наверное. Ой-ой-ой. Так, он идет. Готовимся. И давайте занесем его обратно сюда. Наверное, на второй этаж давайте его скинем. Куда-нибудь сюда. Чтоб вот там не палился убитый. Чтоб он здесь повалялся. Так, броня есть, аптечки, в принципе, у нас есть. Потому что регенерации здесь нет хп. Регенерации нет, поэтому приходится так проходить. Так, у нас здесь есть пулеметчик остался. Там у нас снайперы. Причем такие жесткие снайперы. Обойти вот мы можем только через этот выход. Пулеметчик у нас какой-то такой странненький. Он у нас... Ой. Походу меня кто-то спалил, не? Так. Можно попробовать попытаться тех парней завалить. Если получится. Но я не уверен. А можно попробовать здесь обойти. Те чекают какую-то ту сторону, зачем, я не знаю. Здесь опять возвращаемся к нашим вот этим вот убитым. И, наверное, можно уже. Теперь можно его снять. Да, наверное, можно его снять. Нас, наверное, уже никто не спалит, потому что никого нету. К остальным его сюда. Так, мы уже всех сняли. И отключаем сигналку. Я уже думал, там кто-то вышел. Нет, не должно. Одно устройство осталось. Здесь врагов осталось мало. Так, к тем я лучше не подхожу, потому что они могут тревогу сделать. Можно попробовать залезть сюда.
Блин, тут меня жестко палит уже. Нет. Надо что-то делать. Нам еще до той штуки переться. Ту штуку, блин, будет жестко. Блин, меня палит уже сразу. Нет. Я туда не перепрыгну. Я туда не перепрыгну. Но зато теперь спокойно можно ходить туда. А, нет. Нельзя. Можно попробовать через окно. Блин. Я прыгнул, меня, наверное, услышали. У нас вот этот челик палит, походу, у нас. Который ходит. Нужно, чтобы он отошел, и тогда я смогу залезть. Ну, потому что по-другому, как я залезу сюда. Мне нужно в окно. Ну, нет кнопки залезть. Поэтому как я сделаю? Каким образом? А, он идет сюда, лол, что? Это вообще тогда прекрасно будет, если он сюда сейчас зайдет. Хорошо будет. Нет, нас другой кто-то палит. Нет, я не полезу. Тихо. Да, все, мы в здании. Есть. Добрались мы до нашего родимого этого ракетницы. Все, здесь больше ничего, походу, нет у нас. Нет же, наверное. Теперь осталось только руками поработать немного. У нас есть шанс. Нет, сейчас надо выгадать момент. Или перебежать сюда, как-то успеть. А, нет. Есть шанс нам выстрелить туда и сломать эту штуку. Но такое жесткое, конечно. Надо попасть прям четко-четко. Не сломал. Есть, все. Готово, все, найс. Я надеюсь, никто не спалил. Я прям, блин, боюсь уже. Нет, никто не спалил, походу. Кто-то спалил, но кто-то нет. Сигнализация отключена, все. В принципе, нормально. Осталось дело за малым, убить их всех. Но тут, наверное, проблем не будет никаких. Главное, мы подзорвали сигналки. Сигналок нету, те начинают куда-то ходить уже. Ну, тут такого... Там кто-то говорит. Значит, кто-то туда уже прошел. Ага. Ой-ой-ой. А, это солдат. Ясно, это солдат. Я тебя найду! В принципе, можно из окна сигануть. Меня достали. Нет солдата. Был солдат, нет солдата. Тут уже можно шуметь немного. Так, меня палят уже оттуда, окей. Пусть палят. Пусть что хотят, то и делают. Мне-то какое дело? Вон, уже дверку палят. Не знаю, что я здесь. Я что-то вообще не выходит. Так будет сидеть там около своего домика. Нам надо дойти до босса. Вышли. Вышли челики. Одного я не успел засечь, ну ладно. Окей, все, найс. Раз, два, три, четыре, пять. Пять врагов у нас. Ладно. И что мы будем делать? Как-то ведь надо их завалить. Наверное. Еще один. Еще один VIP и... Это ведь тоже челик. Но того я что-то... Так. Здесь нам надо
опять нашу игрушку использовать. Разлетелись все. Сразу всех убил. Найс. Остался у нас какой-то челик там, солдат. И, в принципе, больше никого здесь нету. Наверное. Если я правильно посчитал. Ну, видимо, один солдат остался в себе. Хорошо. Беги! По смыслу? Он не убивается! Он не убивается. Он не убивается. Лол. Это походу босс. Это босс остался. Как раз. Его надо только вот этой штучкой взорвать. Давайте его взорвем вот эти. Путаю кнопки, ребят. Давай. Взорвись. Все. Вот урод. И давайте его добьем. Убили босса. Все. В принципе, все нормально. Убили мы босса. Это был этот. Ясно. Это был босс. И с пистолетом даже, смотрите, каким. Это такой босс был. Не, ну в принципе, всех мы позорвали. Они все кучей прям ходили. Я решил, почему бы и нет. Сигналки все равно у них нету. Чем только делать, защищать только. Сигналку раздолбали. Даже забор раздолбали тут. Немного им. Все. Нам осталось только убить тех двоих. Я сигналку на всякий случай сломаю. Чтоб не мешалось. И пойду уже завалить, потому что достаточно таки долго я прохожу это все. Ну пусть они меня палят, пофигу, я все равно завалю. Я могу здесь уже бегать спокойно вообще. Без проблем. Потому что мне пофигу. Они меня запалили, но ничего. Я не боюсь эту сволочь. Ну конечно, конечно. Давайте пробежим туда. Даже можем зайти теперь в автобус. Заходим в автобус. Можем ППшку поменять. Пистолет на ППшку, и, например, с ППшки, вот у нас на ППшке есть патроны. Давайте, поиграем с вами в игру. Попробуй, упади меня. И второго. Всем спасибо, ребята. С вами Александр Навасов.